так случайно увидел, случайно актера. Мы его мало знаем, ну то есть мы его знаем по фильму, ну это «Неуловимые мстители», он там играл этот Бубу, этот танцевал, по фильму погиб, но он такой хороший там, такого хорошего играл, дядечку, в общем, вот как, ну неудивительно, вот мы его здесь встретили, и давайте ему тоже в это возложим, гвоздичку ему тоже возложим. Летняя гастроль артиста, солиста императорского театра драмы и комедии.